В России принята новая концепция по миграционной политике. Очередная выходка президента Туркменистана. Фарос займется золотодобычей. Президент России Владимир Путин на 6-м Всемирном конгрессе российских соотечественников, который прошел 31 октября в Москве, объявил о подписании им новой государственной концепции по миграционной политике. Сегодня мною подписана новая редакция концепции государственной миграционной политики. Она направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства. Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае... Полный текст концепции был опубликован на сайте Кремля. Наблюдатели отмечают, что помимо всего прочего, в новой концепции прописана масса мер, ужесточающих процесс регистрации и пребывания на территории РФ трудовых мигрантов из Центральной Азии. Вы сегодня проходили? Да, только что. А экзамен сдали? В основном данный документ сроком на 6 лет предусматривает развитие депрессивных регионов и решение демографической проблемы. Сторонники новой концепции аргументируют свою позицию с экономической стороны, высказывая мнение, якобы трудовые мигранты за счет низкой оплачиваемости все больше отнимают рабочие места у граждан РФ. К тому же они не интегрируются с российским обществом, то есть сохраняют свою культуру, язык и религию. Экономист Евгения Чернина считает миграцию единственным способом для пополнения нехватки рабочей силы. И за счет того, что мигранты в основном занимают низкоквалифицированные рабочие места, на которых граждане России не хотят трудиться, то, естественно, никакого негативного влияния на заработки россиян со стороны мигрантов нет. Гражданский активист, глава организации ЭТМОС Каримджон Юров. Свое мнение по данной теме высказал Каримджон Юров на передаче «Лицом к событию» в студии «Радио Свободы». Честно говоря, мы давно предлагаем, что если у вас такие проблемы, считать, что во всех проблемах России виноваты мигранты. Мы не считаем. Осталось только, что, извините, пожалуйста, что будет грубо, если со своей женой не могут спать, и в этом тоже будут мигрантов обвинять. Я за то, чтобы ввели визу. Но в то же самое время я хочу, чтобы, например, из моей страны убрали чужую армию. Мы не хотим. Мы способны сами защищать свою родину. И не надо из нашей страны делать буферную зону перед Китаем, перед Афганистаном или какими-то другими странами. Накануне открытия чемпионата мира по тяжелой атлетике, который будет проходить с 28 октября по 10 ноября в столице Туркменистана, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов в прямом эфире в присутствии стоя аплодирующих чиновников продемонстрировал всей стране свои навыки штангиста. Специально для этого был отлит из золота гриф штанги. Трансляция проходила по гостелевидению «Алтын Айсир». Согласно отчету вице-премьера Агамы Радова, в чемпионате примут участие представители около 100 стран, государств Африки, Европы, Азии, Америки и Океании. В целом ожидается прибытие из-за рубежа около 800 спортсменов, 300 тренеров, 45 судей и врачей, 70 представителей СМИ и более 100 сотрудников Международной федерации по тяжелой атлетике, всего 1500 человек. На чемпионате будет разыграна 201 медаль. 67 золотых, 67 серебряных и 67 бронзовых наград. По мнению руководства Туркменистана, озвученному 26 октября на заседании правительства, страна становится местом проведения масштабных спортивных праздников, что является наглядным подтверждением успешности политики, проводимой президентом. Между тем, за последний год жители страны очень остро ощущают провал экономической политики режима, который проявляется в повышении цен на основные продукты питания, нехватке муки и хлебобулочных изделий. Отменены все льготы на газ, электроэнергию и воду, не говоря уже о репрессивных мерах в отношении даже не просто независимых религиозных деятелей, а даже в отношении тех, кто просто соблюдает ислам, причем вплоть до их физического устранения.
Главное управление геологии при правительстве Таджикистана опубликовало новый список компаний, получивших лицензии на поиск, разведку и разработку месторождений полезных ископаемых. Согласно списку, копия которого оказалась в распоряжении Радио Азади, компания «Фарос» получила право на пользование недрами золоторудного месторождения «Укопхона» и залежей сурьмы в Пахандаре до 2022 года. Эти месторождения расположены на территории Айнинского района на севере Таджикистана. Стоит отметить, что с момента появления компании ее основной деятельностью является импорт и реализация ГСМ внутри страны, а затем и поставки ГСМ в соседний Афганистан. Но со временем сфера интересов данной компании расширилась от школ вождения и фармацевтики до металлургических заводов. Напомним, что летом текущего года компании «Фарос» были переданы права на выдачу медсправок формы 026 для поступления в школу и установлена цена в размере 78 сомани. Власти не раскрывают имя владельца компании «Фарос», однако источники, близкие к правительству, говорят, что она принадлежит одному из зятьев президента Таджикистана, сообщает Радио Зади. Следует также заметить, что для большинства жителей Таджикистана факт обладания компанией одним из затеев Рахмона никогда не являлся секретом.